ромашки, колокольчики, васильки. Каких только цветов не смастерили из игрушечных липучек трое рыцарей – Василий, Даниил, Илья – для своей единственной принцессы – маленькой Викуси. Так мальчишки называют свою сестренку. Наша съемочная группа с азартом включилась в этот процесс. Вообще эти ребята самые дружные в детском доме, но в цветочных соревнованиях они составили друг другу настоящую конкуренцию. Поэтому выбрать лучший цветок Вики было ой как сложно. Ребятишки к нам поступили, ну, как сказать, достаточно недавно, проживают только год. Но за этот год очень понравились всем сотрудникам. Очень добрые, ласковые. Всегда воспринимают адекватно все ситуации жизненные. Друг за другом ухаживают, смотрят, играют вместе. Пока шестилетняя Вика наряжалась, готовилась к нашей встрече, мы немного посекретничали с братьями на кухне. Старший, 14-летний Василий, рассказал, что интересуется техникой, хочет стать автомехаником, а в свободное время слушает музыку. Признался, что готов прийти на помощь к братьям и сестре в любое время. Недавно, например, помог собрать Даниилу и Илье картонный Кремль. А в чем еще вам старший брат помогает? Уроки делать. Какие предметы? В чем он хорошо разбирается? В математике. Пример за вас решает? Нет? Сами решаете? Да. А сочинение помогает вам, братик? 12-летний Даниил любит рисовать, смотреть мультфильмы. 9-летний Илья посещает хореографический кружок, ему нравится конструировать, а еще делать разные домашние дела. 6-летняя Виктория с удовольствием ходит в хореографический кружок, обожает смотреть сказки, читать книги и, конечно, играть в куклы. Все четверо любят собираться вместе и пить чай с конфетами и королевской ватрушкой. Ее, кстати, обещал научиться готовить Василий. После того, как мы конфеты поели, спортом как, занимаетесь? Угу. Да, каким? Я иногда хожу на борьбу. На борьбу ходишь? А зарядку делаете по утрам? Нет. Сдал младший брат всех. А я делаю зарядку. Делаешь? Да? Не знаю. Ты не спишь, не просыпаюсь. Вот, совесть семьи. Иногда вообще. Сейчас ты нам всю правду расскажешь. Семья на четверых. Эти дети такие разные и по возрасту, и по характеру, и по увлечениям. Но каждый день они, особенно малыши, спрашивают воспитателей, придет ли сегодня за ними мама. Если нет, то когда? Им так нужна семья, которая сможет подарить счастливое и беззаботное детство.